gotta get a good day. С вами Ольга Рудыка, и это «Светская жизнь». Сегодня в концертном зале «Известия Холл» состоится финал конкурса красоты «Мисс Максим 2014». 10 финалистов конкурса будут бороться за право стать героиней обложки сентябрьского номера журнала «Максим». Кульминацией церемонии станет выступление таинственного хедлайнера. Но пока все только начинается, давайте узнаем у гостей, кто их фаворитки. Даниил, добрый вечер. Как твое настроение? Ты знаешь, настроение шикарное, потому что мероприятие от журнала «Максим», оно всегда, наверное, связано с позитивом, связано с летом и связано с улыбками и с красотой, самое главное. Огромное количество красивых девушек вокруг. Я только что зашел, и я никогда не видел столько красивых девушек в одном месте. Добрый вечер, Настасья. Как ваше настроение? Замечательное настроение. Я только пришла, вот пытаюсь пробраться, поесть клубнички. Очень хочется клубнички поесть. Скажите, что нас ожидает на очередной церемонии конкурса «Мисс Максим»? Мы выберем самую красивую девушку, которая не является звездой, но, будем надеяться, станет после этих выборов. Из всех тысяч девушек, которые прислали заявки на участие в конкурсе «Мисс Максим», победит только одна. И она же окажется на обложке сентябрьского номера журнала «Максим», как и последние 9 лет. Но разве не прекрасно? Девчонки, как вы думаете, победит сегодня блондинка или брюнетка? Извечный вопрос. Я, конечно, скажу, что брюнетки. Брюнетка победит. А блондинка? Победит блондинка. Победит дружба, победит мир. Лишь бы не было войны, а там посмотрим. А красота всегда, в общем, спасет мир. А есть кто-нибудь с дредами там, нет? Ну, давайте будем тогда солидарными, будем ставить на брюнеток. Брюнетки рулят. Ну, поставлю на брюнетку. Почему-то вот у меня сегодня настроение такое. Проверим мою интуицию. Но мне кажется, что жюри конкурса «Максим», она достаточно объективная, потому что я сам дважды участвовал в жюри, я принимал участие, и могу сказать то, что здесь нет никакого такого вот хитрого подслуживания. Все объективно проходит, честно. Мне кажется, что честно, вполне объективно, и, по крайней мере, вот насколько я консультировался с другими членами жюри, у нас действительно совпал результат, поэтому я могу сказать, что этот конкурс честный. Победительницу выбирает жюри. Каким критериям выбирает каждое конкретное жюри, мне неведомо. Я могу допустить, что это обычные мужские критерии оценки женской красоты. Это конкурс красоты, поэтому побеждает самое красивое. А это у каждого мужчины встроенный такой датчик, красотометр в голове. У каждого свой эталон. Более-менее одинаковый, слава богу. Какого дизайнера ваши сегодняшние луки? Я не изменяю своего любимого дизайнера. Это Валентина, Валентина платье, Валентина обувь, ну и сумочка Шанель. А у тебя? Лысила, Шанель и платье, подарок мамы из Франции. На самом деле платье — это девушка по имени Инесса, фамилия у нее Вахрушева. У нее есть магазин Аме Стор, как-то что-то такое, Аме.
И вот это платьице от нее. Это я вообще с другого платья сняла. А ботиночки купила в каком-то вот итальянском магазине. Собственно, марку их я даже вам не скажу. А это Sport Max. А это Hermes, а это Bulgari. Вот. Total Mix. Total Mix. А это, по-моему, Kenzo. Это Белочка Потемкина. Я очень рада, что я втиснулась в эти платья, потому что там всего два размера. Они вот примерно такие. Вот. Наташенька у нас... Мы поддерживаем российских производителей, да. Как говорится. Кира Пластинина, люблю платье. Клатч Мати Уильямсон, правда. Ну и туфли Миу-Миу. А у вас туфли и клатч? Это Прада, а это, я не помню, какая-то итальянская фирма. Твой лук сегодня такой летний, в пастельных тонах, самых модных в этом сезоне. Ты моя хорошая, спасибо тебе, это Этро, и я на самом деле очень люблю эту марку за ее, наверное, универсальность. То есть, с одной стороны, безумно элегантная, а с другой стороны, она себе может позволить какой-то, знаешь, такой прикол вот в виде шорт для костюма. Поэтому мне кажется, что почему нет? Церемония конкурса «Мисс Максим» подошла к концу. Победительницу вы сможете рассмотреть на страницах сентябрьского номера журнала «Максим». С вами была Ольга Рудыка. Мы благодарим салон красоты «Глен». I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. И вновь с вами я, Ольга Рудыка. И вы смотрите программу «Светская жизнь» на Fashion TV. Уже в шестой раз подряд пройдет самое международное масштабное мероприятие от журнала Vogue – Fashion's Night Out. Сегодня в модную ночь десятки магазинов и бутиков откроют свои двери для поклонников и профессионалов мира моды. Давайте посмотрим, что для нас подготовили организаторы в этот модный марафон. И первое место, которое мы сегодня посетили, это «Podium Concept Store», где проходит модный коктейль от журнала Vogue совместно с Maison Bohemique. Единственный день, когда собирается столько много красивых модных людей, дизайнеров. Это вот настоящий реальный праздник моды. И мне кажется, атмосфера в любом случае уже здесь видно прекрасная. И, в общем, мы прошлись от ЦУМа, там тоже все кипит модой. Поэтому, я думаю, замечательный вечер выдастся. Как проходит модная ночь для вас? В рабочем порядке. Только сейчас приехала с офиса с новым изделием. Наша новая новинка «Кольцо и кисть». Именно начало продаж с этой осени. Скажите, в чем вы пришли сегодня на модную ночь? Я в Maison Bohemique, а Яна, попробуем угадать. Я думаю, что, как обычно, Шанель. Тот, эксклюзивно Total Look. Мы просто Яна сегодня... один из самых больших пропагандистов Шанель, и она умеет ее очень красиво носить. Я озаботилась, что надеть, и поэтому надела только что купленное платье Валентина из новой коллекции. А аксессуары? Это Зухар Мурат. Это мне подруга сегодня подарила, и вот я не удержалась и выгулила. Что-то успели сегодня уже присмотреть для покупки? Да, конечно. Потрясающая одежда Bohemique сегодня представлена. Очень... Какие еще бренды предпочитать?
Вы знаете, я очень люблю подиум, потому что здесь настолько... Все вам обманывает. Самый талантливый дизайнер украшений, видите? Даже Ксения Собчак не снимает никогда. Как вы думаете, что будет в тренде этой осени? Ну, однозначно кроссовки. Мои любимейшие кроссовки, которых у меня 1 555 000 штук. Мои обожаемые шерстяные брюки, костюмы, трикотаж различные, оверсайз свитера и мужские костюмы. А еще мы успели посетить ЦУМ. Давайте посмотрим, что же происходит здесь. Я первым делом зашла в ЦУМ, посмотреть, что здесь происходит, потому что здесь всегда много интересных новинок. Дальше пойду в подиум и, наверное, посещу Айзель, тоже мекка моды московской. Я успела посмотреть, очень мне понравилась ювелирка. Девочки русские делают, называется «Запрещенка». Там не видели еще? Там серьги, матрешки, кольца, черная икра. В общем, все связано с Россией. С нами. Очень много всяких покупок, новинок, и так все здорово, у всех прекрасное настроение. Конечно, меня не пропустила эта участь, и мне тоже весело, здорово, много друзей, знакомых. Модная ночь проходит очень активно, на самом деле, потому что масса площадок. Я думаю, разумеется, за весь вечер невозможно будет все посетить, но самое главное... Я обещаю, это удастся. Старайтесь, пожалуйста, дорогие телезрительницы, не гонитесь за моды, будьте сами собой, да, если вам нравится что-то, что некоторые редактора глянца говорят о том, что это не модно или это не нужно носить в этом сезоне, а надо было носить год назад или надо будет носить через год, не слушайте. Главное, чтобы вы себя чувствовали комфортно и вам нравилось, в чем вы одеты. Мероприятие плавно подходит к концу. Море улыбок, море впечатлений. Много звездных гостей сегодня посетили и поддержали традицию в рамках Vogue Fashions Night Out. С вами была Ольга Рудыка. Мы благодарим салон красоты Glend. Смотрите Fashion TV. Будьте модными с нами. I love Fashion TV. 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 Gotta get a good day. Gotta get a good day.